Здравствуйте, меня зовут Крылов Дмитрий. Я хочу вам рассказать о своем проекте под названием «Радиоуправляемое судно для очистки водоемов». Итак, почему же я решил сделать такой проект? Как вы знаете, в наше время существует огромное количество загрязненных водоемов, и очень часто можно наблюдать такую картину, как на фото. Очистка искусственных водоемов – это комплексная и большая задача, которая производится очень редко. И из-за этого с течением времени мусор впитывает воду и принимается решение о полном спуске воды и физической очистке дна с помощью специальных экскаваторов. Конечно же, я исследовал рынок аналогов, их недостатки исправил, а преимущества сохранил. Теперь для сбора мусора задействовано все возможное пространство. Устройство относительно своих аналогов недорогое и не теряет функционал. Также его можно разобрать, транспортировать частями или в полном разборе. Если какой-то компонент сломался, его можно заменить и продолжить использование устройства. Также устройство занимает маленькие габариты и может использоваться даже в небольших водоемах. Для того, чтобы приступить к выполнению работы, я должен был определиться с типом устройства. Я остановился на устройстве катамарана, так как катамараны имеют хорошую грузоподъемность. Также у них есть расстояние между поплавками, которое можно использовать для хранения уже собранного мусора. Для того, чтобы передвигать мое устройство, я выбрал мотор-колеса с гироскутера. Но сами по себе колеса с гироскутера не могут передвигаться по воде, хотя они и имеют водонепроницаемость. Собственно, поэтому я смоделировал специальную насадку, которую можно напечатать на 3D-принтере, а ее гребущие части можно вырезать на лазерном станке. Для того, чтобы конструкция держалась на воде, я вырезал с помощью разогретой нехромовой нити листы из пеноплекса в форме поплавков. Затем покрыл их стеклотканью с использованием эпоксидной смолы и отвердителя. Результатом проделанной работы стало полное функционирующее устройство, которое получило высокие оценки экспертов и потенциальных будущих потребителей и покупателей.